Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, мистер Найс. Сегодня мы продолжаем проходить Return to Castle Wolfenstein. Да. Я рад, что у Return to Castle Wolfenstein хоть игра такая старая, но тем не менее... Ой, блин. Я не... Мне по хлебальнику попали. Ха-ха! Сегодня мы, ребята, мы возвращаемся в Return to Castle Wolfenstein. Wolfenstein, чтобы продолжить прохождение. Чтобы наконец-то понять. Понять все-таки суть, по крайней мере, этой части. Вот же снайпер херов, а? Ой. Я наоборот себе тут все хуже сделал, да? Давай. Опа. Опа. Сука, вынес мне все просто. Что такое? Ребята, я, конечно, знаю, почему нам разработчики дали так много брони. Ну и здоровья тогда. Все это было дано не зря, ведь поскольку вот такой вот, таким вот Рэмбо надо быть, так такой мишенью надо быть, просто джиггернаутом, чтобы идти на такое вот мясо. Да, Return to Castle Wolfenstein, вот это распрыжка, я понимаю. Распрыжку можно сделать на месте просто. Она просто, он сломает ее, да? Да, он ее сломает. Это же физика Return to Castle Wolfenstein. Я здесь вообще не сомневаюсь в этой физике здесь. Она здесь просто на высоком уровне. А, я понял. Охренеть. Быстрее! Давай! Ой, блядь, там этот! Какие good luck, ты моё хп видел? Блин, это так не мячик бессмертный, не сдаётся. Он не сдаётся, он идёт ко мне. Он меня убить хотел. Ну, хотел. Надеюсь, здесь есть то, что мне надо. А, ну конечно же, что, я такой тупорылый, да, по-твоему, да, чувак? Я все задачи сделал, да, я все задачи сделал. Мне, в принципе, не обязательно мочить. Сука, знаете, я же забываю сохраняться. Неудачник, твою мать. Не, давайте все-таки Томпсон будем носить. А стойте. Вот я ничего не вижу. Не, ребят, знаете, если у меня будет мало хп, то я рестартну, поскольку я не пойду с малым хп туда. Это ж суицид, мать вашу. Там хп есть, аптечки, а там ни хрена, пусть убьет. What the fuck, что это сейчас было? Меня никто не попал. Мои аплодисменты. У меня автомата нету с собой. А вот, он просто не прогрузился. Вы видели, что меня сейчас убило? Меня реально интересует, а что меня сейчас убило? Пока ты там будешь... Я быстренько своим делом займусь, ты там... Ну ладно, я вам еще раз этот кадр продемонстрирую. Что?
Так. Сейчас извините, пожалуйста, очень стыдно, что я отвечаю какому человеку. Очень стыдно, извиняюсь. Все. Я поехал. В бой. Ну, удачи. Вот сукины дети. Так, все, надо спешить к нашему чуваку, иначе все, ему хана. Да с ним попозже разберусь. Я же вам говорю когда-то, ведь, ребят, я это говорю, типа, что там это винтовка, вот она намного мощнее. Я не вижу логики подбирать именно большую аптечку, там я вообще на маленькую аптечку беру. Видите, это винтовка этих парашютистов несчастных. Вот сука. Она очень хорошая. Да я иду. Печь. Идем. Но перед этим давайте сохранимся. Давай, танк, сейчас этот выбежит. Я, кстати, могу ведь ее перепрыгнуть, так? Или нет? А, я ее перепрыгнуть могу. Танк. О, все, вот тут сохранимся, нормально. Ту аптечку на всякий случай беречь надо. Мне одного хп не хватает, это не так уж страшно. Так, я знаю, что там сейчас будет. Томпсон. А, я РПГ, да, я Панцерфауст смог забрать. Рак. О, нет, этот психопат! Там этот психопат! Ну эта пушка реально хорошая. Ну, подох, с кем не было. А, сдох. Нормально. Так кто-то идет. Ну, я и так знаю, что кто-то их есть. Тихо. Гори в аду. Гори. А, нет. Он меня преследует. А я его троллю. Лох. Он же лох. Все было легко и понятно, все. Следующий уровень. А что-то как-то быстро катсцена прошла, ребят. Если я не ошибаюсь, раньше катсцены были чуть это подольше. Ну, а вот так, когда-то уровень уже заканчивался. Ой, блин, мне уже страшно. Я реально не шучу, мне уже страшно. А, это мой единственный метод, да? Путь. Ну ладно. О, я понял. Он за пулемет все. Ой, там еще снайпер. А, не снайпер. А, я думал, от бедра. я по нему от бедра попаду. Давно не играл в Return to Castle Wolfenstein, ребят, да. И не удивляемся, почему. Так вот, хреново стал играть. Ну, это как-то уж слишком смешно выглядело. Я предлагаю так зачищать. Гитлер? О, ёп.
Я слышу, там кто-то прыгает. Ай, неудачник, господи. Граната! Засада, засада, подписчики, подписчики, засада. Сука, меня попало. Ну, а я его убил, нас. Я его убил, все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне понравилось. Мне реально, блин, понравилось. Реально, мы же поэтому через низ по канализациям. Не, ладно, пока по канализациям мы не будем идти. Не надо пока этого делать. Или надо. Но как я вижу, мы по-другому не можем. В смысле, кто в меня стрелял? Ну ладно. Ладно. Просто неудачник! Вы видите, кто это, мать его, бежит? Это психопат! Так, кстати, туда мы попозже придем, сейчас. Сорян. Тоже сори. Рэмбо, Рэмбо! Блин! Вы видели, что это было? Не, мне, конечно, больно. Сука. Перезагружаемся. Вы видели, что это, мать его, было? Так, ну сразу знаю, то, что там этот... психопат. До свидания. До свидания. А, я вообще не могу взять, да? Ну и ладно, жаль. Так. Давайте сейчас аккур... Так, это не то место, хотя ладно, плевать, тоже сойдет. Так, тут аптечки. Тут пулемет. Мужик, которого я убил. Значит, все, ребят, понятно. Правильный путь, он единственный, и он там. И там очень хардкорно, но я, тем не менее, постараюсь. Только по-быстрому. А, у меня же пистолет с глушителями есть, точнее. Больной! О, боже! У него промахнулся. Это имбовая снайперская. Это имбовая, это снайпер. Ну, по-моему, шпионская снайперская винтовка, если я ее так правильно еще назвал. Так, давайте пойдем все-таки другими путями. Вторая мировая война, я понимаю, конечно. Ой, там эти парашютисты недоделанные. Там же эти парашютисты, ёб твою мать, недоделаны. Тем не менее, это жесткие ребята. Вот они вот как я. То есть, у одного, похоже, признаки эпилепсии начались. Но это мне так может казаться. А что тут? А что это такое? Я хотел посмотреть, как у вас, какое у вас строение самолетов, как вы там это, планы архитектуры. Ну ладно. Мать твою за ногу, парашютист. Не, а лучше с этой буду, с винтовкой парашютистов этих несчастных ходить. Ё-моё. Давай, сукин сын. Это что сейчас было? Блин.
Вот, знаете, так всегда. Ты угораешь, и ты умираешь. Вот это так без обид, если что. Ты угораешь и... Я понял. Сдохни! Вообще тупорылый баран, не так ли? Так, этот готов, идем дальше. Давайте здесь сохранимся, как мы знаем, там этот сейчас... Парашютист хренов выбежит. Ну, попытался выбежать. Там, так. Наверху. Какого... Чё за бред? Ладно. А потом по мне, значит, попасть смог, да? Да, нормально. Элементы стелса просто, я вам так скажу. Очередная неудача парашютистов, не так ли? Я вообще все задачи сделал? Я вообще ни одну из них не сделал. Озверевшие парашютисты! В укрытие! Блин! Есть минус один с горем пополам. Мать твою, слушайте, парашютисты подключились к делу. Это вообще пипец какой-то стал, я вам так скажу. Оставь. Оставь меня, блин, в покое. Ты... А, так он еще и не сдох. Пипец, у них аптечек-то нет. Нет? Не имеете права. Чё, я уже все сделал разве? Так, я же так и знал, я же говорю. Я же не все дела-то сделал, которые надо. Мне главное знать еще один грёбаный парашютист, чтобы он меня бы не завалил бы. Ясно. Сука. Это у меня лично такой звук. Это я сейчас сделал губами, поскольку я охренел просто. Но я буду уже знать. Для этого нам понадобится огнемет. Гори, сука! Так. Нормально. Теперь следующее дело, что мы делаем. Мы идем. Твою ты, блин, дивизию. Еще один. Я не люблю, когда так внезапно нападают. А чё мне надо еще? А, я должен найти книгу какого-то проекта Веном. Так. Ай, блин. Ну вы чё, стебётесь, что ли?
Охренеть, если она там наверху. Так, нет, это... Это декорация. Так, надо вниз прыгать. А, так это ж не факт еще, что тут парашютисты гребаные не будут. За огнемет, спасибо. Да. Угу. Нет, не сюда. Нормально. Аптечка. Ну, знаете, 50 здоровья это уже что-то. Это уже какой-то успех имеет. Охреневаю просто от таких лабиринтов. Вот за что я сейчас Return to Castle Wolfenstein возненавижу. И сейчас я его ненавижу. Это за такие, мать твою, лабиринты. Ну нахрена? Нельзя было как-то все полегче сделать там, я не понимаю. А на какую книгу искать? Ну это декорация, ее можно сломать. Я не знаю, может быть. Ну где-то тут. Я уверен в этом точно. Нет. Так. Да, много трупов я... Да, много трупов я оставил. Нет. Может быть где-то там... На одной из тех крыш. О, еще одна. Только от этих парашютистов не догон. Я знал, сюда как-то можно пробраться. Да! Все, я могу теперь отсюда валить. Блин! Блин! Давайте перезапустим сохранение. Я перезапустил сохранение. Только что. На всякий случай, что я хочу, это уйти как можно с максимальным запасом здоровья, поскольку следующий уровень или нет, но согласитесь, немцы, они становятся все мощнее и мощнее, то есть у них просто уже на изи меня получается, не то что даже вынести, им на изи там меня... Меня хотя бы один раз попасть, это им уже удается. Так, теперь надо как-то аккуратно. Вот тут сохранюсь. Ой. Я так и знал. Так. Оп. 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 Нормально все. Ура! Победа! Ой, охренеть, теперь я еще должен туда попасть. Так, давайте-ка вначале с этой особой винтовкой будем осматривать всю нашу такую вот обстановку. Или без. Я честно не знаю. Вообще здесь как бы все чисто, на самом деле мне так не кажется. Мне кажется, что здесь какой-то скрытый смысл. Да, скрытый смысл. Сука. Что? Стоп, извините за такой громкий звук. Что? Я ударил ногой об дверь, я сдох. Что? What the hell is this? А почему Блацкович так пистолет держит как-то странно? О! Блин! Неужели это парашютист хренов? Да не, вроде это был не парашютист.
туда. Мразь. Ой, нет, а вот там был парашютист. До свидания. Ага. Хрена знаю, я не тупорылый баран, я знаю. Ой, нет, давайте я вам так лучше продемонстрирую. Зацените, какой красивый значок. Ё-моё. Да, конечно, я только это подобрал. Куда? У него панцерфауст уже был готов. А, мы с этим чуваком два снайпера хрену. Свидание. Надо глядеть в оба. Чувак, это что, серьезно, чё ли? Я могу спуститься, это никаких проблем. Яс. О, да. До свидания. А, я знал, панцерфауст чё-то пригодится. Огнем. С огнем играешь? Пенда! Сукин сын! Пау-пау-пау! О, бедный снайпер! Ну, я зажал бедолагу! Так... О, панцерфауст еще один! Да ладно, я не могу его подобрать, в смысле? Когда я уже на максимум успел? Вы что, стебетесь, когда? Надо как-то теперь сюда попасть. Мне тоже было больно. Сука. О, смотри, даже без музыки. У меня здесь РПГ, у меня еще много здесь. Панцерфауст, я не боюсь его тратить. Так, ладно. А! Нихера! Не добежишь. Ты тоже подохнешь. О! Yes. Два золота, круто. Ой, еще патроны от снайперской винтовки. Мне нравится. О, музыка наконец-то заработала. Я уже думал, все, забаговало. Мне показалось. Да ты охренел там просто. Шутист был опять, серьезно. Вы знаете, ребят, я вам реально дам хороший совет. Если реально хотите выживать, устраняйте парашютистов первым делом. Не устранив парашютистов, вы пожалеете об этом. В смысле? Что это такое? А, я понял. Патроны, гранаты, колбаска. Хлебушек нет. Я доберусь до туда. Я очень достающий. Подохни. О, я для тебя уже смерть даже придумал. Она тебе понравится. Я же тебе говорю. No, please don't shoot me.
команды не остается. Видишь, меня так, сука, еще раз пугать. Я не знаю, что я сделаю с тобой. Это не здесь. Туда вообще не надо мне. Приветик, а я так пробрался. Так. Это у нас что? Броня, флэг джекет. Вот это мне нравится. Теперь я стану настоящим батькой. Да, перед тем, как стать настоящим батькой, я должен был удостовериться. Слушай, здесь все хорошо. Все. Я пошел всех ломать. Парашютист прыгающий. Ладно, сукины дети, вам повезло. Вы меня зажали. Так. А, неудачник. Ну, так всегда бывает. Я ему еще ногой дал между ног. Вы видели, там у него следы крови пошли. Ах ты ж. Красть какая, а? Честно, мне понравилось бы. Туда попасть! А, да, у меня получилось. А, я found it. О, мы нашли с вами секрет. Еще один. Я с задачами закончу? Нет. Ни хрена. Так. Мне кажется, что с этой штукой надо делать. Да, я был прав. Да, я все нашел, ребят. Теперь бы мне бы поприличнее бы спуститься, но как я это сделал? Все, мы сделали это. А, мать твою. Итак, ребят, сейчас давайте будем заканчивать, ребят, серию, но перед этим посмотрим вообще, что у нас здесь за хрень. My apologies, Herr Oberführer, but the weapons loadout on the new torpedoes is taking more time than originally anticipated. I don't have time for this nonsense. I have important business to attend to. This boat leaves for the X-Labs within the hour, torpedoes or not. Is that understood, Major? Perfectly, Herr Oberführer. Hmm. Ack. Давайте с вами заканчивать здесь нашу серию. С вами был я, Мистер Найс. Увидимся с вами в следующих сериях по Return to Castle Wolfenstein, ну или еще где-нибудь. Но если вы смотрите именно Return to Castle Wolfenstein, надеюсь, что увидимся мы здесь. Всем пока, удачи, до скорых встреч.